справа озеро Данузлав, а слева у нас море. И это идет коса. Мы попробуем дойти до самого конца, где прямо пролив. То есть до 60-х годов это озеро было отдельно. В 60-е эту зону отдали Министерство обороны. И оно здесь, на этом озере, базировались военные корабли. Ну вот, мы дошли уже, насколько это возможно для гражданских, до конца косы. Также дальше мы не можем пройти. Режимная зона, проход по пропускам. Раньше-то принадлежало все Министерство обороны. Теперь база расформирована в 90-е годы. Это все принадлежит Министерству транспорта РФ, написано. А когда-то здесь была военная база. 60-е, 70-е. Ну, до 90-х годов здесь базировались военные корабли. Вот далее, вот в конце мы видим там военная казарма заброшенная. То есть видно, что когда-то здесь была военная часть, но сейчас здесь нет. Если присмотреться вдали, не знаю, видно, не видно на камеру, виден маяк. То есть там уже выход из озера Донузлав, который у нас по правой стороне. Ну, к сожалению, не получилось туда пройти. Делала пролив именно из озера Донузлав, где базировались военные корабли, чтобы корабли выходили в открытое море. Ну что ж, мы сейчас пойдем обратно. Ну, к сожалению, до конца не удалось пройти. Попробую по берегу дойти до пролива. Посмотрим, докуда дойдем. Но я вот вижу какие-то сооружения. Посмотрим, что это такое. Но вообще здесь, конечно, море открытое. Никаких волнорезов. То есть просто, просто классно. Ну вот и дошли мы до пролива. Вот он сам пролив. Все это уже заброшено. Военных кораблей, конечно, нету. Вертолетов тоже, ВМФ нету. А это искусственный пролив. Его специально сделали для того, чтобы корабли базировались в этом озере. И на военную службу выходили через пролив в открытое море. И охраняли наши границы. Давайте посмотрим, здесь вот есть крышка тоже заброшена. Все действия, да, захода, выхода кораблей из бухты. Вот эта вышка. Дальше забор, запретная зона. Тут строго запрещено. Я, конечно, дальше проходить не буду. Но вообще, конечно, место реально сильное. Наконец-то я сюда добрался. Полтора часа пешком от Мирного шел. И дошел. Ветер, конечно, тут офигенный.